В Чебоксарах проходят Дни Казани. Организаторы проекта с обеих сторон хорошо знают. Совместные акции – лучшее средство для укрепления горизонтальных связей. Соседи живут насыщенной культурной жизнью и готовы поделиться творчеством. В рамках фестиваля уже работает выставка казанских художников в Национальной библиотеке в галерее «Серебряный век». Прошли встречи с татарскими поэтами. А на просмотр фильма об известном татарском классике отправилась Татьяна Трофимова. Это первая короткометражная картина о поэте Габдулле Тукае. Фильм документально-фантастический. Исторические факты переплетаются с довольно смелым вымыслом. Группа молодых тележурналистов снимает сюжет о великом татарском поэте в бывших гостиничных номерах «Булгар», от которых ныне остались одни руины. Здесь Габдулла Тукай общается со своим любимым поэтом Александром Пушкиным. Герои ленты и журналисты все время говорят о доме, который люди ищут, но не находят. Так Тукай вовсе всю жизнь прожил в гостиницах. Автор и режиссер фильма Салават Юзеев хотел показать зрителям, каким был человек, всю жизнь искавший свой дом. Мы хотим показать чебоксарцам, что вот есть очень интересные какие-то художественные направления в Казани, да, ну, то есть город совсем рядом находится. И показать казанцам, что у них есть свой зритель, и в Чебоксарах тоже. Ну, то есть укрепить творческие связи, укрепить вот наше взаимопонимание. И какие-то общие проекты в дальнейшем мы можем тоже проводить не только там в Чебоксарах, Казани, но и в других городах и странах. Дни Казани в Чебоксарах продолжит фотовыставка «Старая Казань», которая откроется в эти выходные в библиотеке Маяковского. Ее автор Евгений Канаев, победитель международных и всероссийских фотоконкурсов. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.